Современные технологии идут вперед стремительными темпами, и теперь побывать на премьере одного из самых известных театров США можно, не покидая Баку. Постановка «Самсон и Далила» в этом году открыла театральный сезон в Метрополитен-опера. Одну из ведущих партий в ней исполнил народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов. Насладиться постановкой и высоким качеством звука бакинские зрители смогли в одном из столичных кинотеатров. Мы очень рады показать эту оперу в Азербайджане. Каждый год Нью-Йоркская Метрополитен-опера выпускает более 200 спектаклей, и более 800 тысяч человек посещают этот театр. Знаете, это очень красивая история, и кроме того, один из исполнителей родом из Азербайджана. Поэтому нам кажется, эта опера будет очень интересна зрителям. Постановки ведущих театров идут в кинозалах Баку уже не первый год. Высокое качество звука и изображения позволяет зрителю полностью погрузиться в происходящее. Это специальная компания Cool Connections, которая не только у нас, но по всему миру демонстрирует лучшие спектакли, лучшие выставки и оперы. Мы с ними заключили договор и сейчас показываем это нашему зрителю. В общем-то, это пользуется успехом, особенно потому что, например, человек, который любит оперу, он ищет эту информацию и приходит. Показ оперы «Самсон и Далила» стал первым совместным проектом сети кинотеатров и посольства США в Азербайджане. Как рассказали в представительстве Соединенных Штатов Америки в стране, бакинских зрителей ждет увлекательное продолжение. Информация о новых показах будет размещаться на сайте посольства США в Азербайджане. Лейла Курбанова, Рауф Гусейнов, CBC.